Бывший заместитель губернатора Кемеровской области и угольный магнат получили еще по 3 месяца домашнего ареста. Алексей Иванов и Александр Щукин стали фигурантами уголовного дела в вымогательстве контрольного пакета акций предприятия «Разрез Инской». Аресты прошли в ноябре 8 человек, включая 2 заместителей губернатора, начальника Следственного комитета и бизнесменов оказались под стражей в Новосибирске. Позже 7 человек по решению суда помещены под домашний арест. Под стражей остается Сергей Калинкин, бывший руководитель Кузбасского следственного управления.